Друзья, ведем репортаж из самого-самого сердца города Сосновый Бор. Круче места в Сосновом Бору нету и центрее, потому что это городская баня. Городская баня, как много в этом слове. Я еще помню, у меня отец, когда я в детском садике был, пошел пешком. Смотри, я на человеке сегодня был в бане, и вот он уже на дистанции. Да, и вот он чистый. Давайте, смотри, как он бежит. Давай, смотрите, меня, вот болейте. Это тяга к победе. Вот это. Вот это тяга. Ставишь. Давай, давай, пошел, пошел. Представляете это? Сосновоборские дюны моего любимого ориентирования проходят прямо у меня под домом. Старт. Одна минута. Пришел, вот он старт находится. Видите, а вот это наша Ювента организовывает все. Я уже пробежал сегодня, так интересно. Бегаешь по местам, где гуляешь со своей собакой, там стоят пункты в каждом этом месте. Очень легко ориентируешься, потому что примерно все понимаешь. Но это родные старты. И очень массовые соревнования. Сейчас они проводятся с 90-х годов. И приезжают к нам со Сосновый Бор все вот друзья со всей области. И мы здесь вечером встречаемся. И они будут, наверное, продолжаться, потому что такие интересные старты. Уже весна, уже тепло и классно. Так что это период, когда начинается летнее ориентирование уже. Так что это, приезжайте, занимайтесь ориентированием. Это очень крутой вид спорта. Лучше всего. У вас, смотрите, какие маленькие ориентировщики. Но. Ну, это уже это династия целая, династия. Thank you.